Больше 3 миллионов россиян стали невыездными из-за долгов. Граждане не вернули почти 1,5 триллиона рублей. По сравнению с прошлым годом, число неплательщиков выросло на треть. Больше всего должников в Центральном, Приволжском и Южном федеральном округах. Увеличение числа неплательщиков связано с падением реальных доходов населения, считает эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев. ЖКХ, алименты, неоплаченные штрафы ГИБДД, в том числе есть и кредиты. Алименты это меньше, а ЖКХ и неоплаченные штрафы. И как мы знаем, это выливается в миллионы. Благодаря цифровому учету и повышению прозрачности неплательщиков налогов теперь уже практически не существует. С выявляемости в 60% удалось добиться выявляемости в 95% с помощью вот этих вот цифровых технологий. Безналичных платежей пластиковых и так далее. Это стало все абсолютно прозрачно. И вот рост не столько из-за того, что выросло само количество вот этих вот людей, хотя их тоже можно подрасти, сколько повысилась выявляемость. Выезжающие за границу часто не имеют сведений о своих долгах, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, к неприятностям на паспортном контроле может привести ошибка в налоговых органах. Мы же являемся свидетелями того, в обыденной жизни начисляются долги, идут квитанции на давно умерших, на тех, кто уже произвел отчуждение собственности, а за ними это числится. Решения выносятся без должников. Это серьезнейшая проблема. Ее пытались решать оперативно. К Новому году выставлялись посты, и можно было на месте покрыть. Но все равно расчет по долгу и затем отмена постановления, она занимается как минимум 2-3 дня. Поэтому уже и поезд ушел, и самолет улетел. Ну и, конечно, потом судиться крайне сложно, потому что первоисточник ошибки – это налоговая служба. Разные данные, их не актуализация. Ну а то, что рапортуют, что увеличилось количество взысканий, зачастую люди, конечно, должен, не должен, покрывают это, чтобы иметь возможность в ближайшие дни вылететь, а потом разобраться. В июле 2017-го Владимир Путин поднял порог задолженности для запрета на выезд россиян за границу в 3 раза, до 30 тысяч рублей. Постановление об ограничении выносится на полгода и может многократно продлеваться до погашения долга. Как взять свои финансы под контроль? Вспомните, наверняка было такое, что вы проверяли остаток на карте, удивлялись, почему так мало, и не могли понять, куда делись деньги. Такого никогда бы не случилось, если бы вы вели бюджет и заранее знали, что и куда потратите. Чтобы осознать, куда уходят деньги, нужно просто освоить систему учета трат. Знаю, это звучит занудно, но работает. Мелких трат не бывает. Вы быстро убедитесь в этом, если начнете записывать свои ежедневные расходы. Сейчас у любого крупного банка есть приложение для смартфона, которое в том числе автоматически считает приход и расход. Некоторые даже сортируют траты на категории, вроде плата за жилищно-коммунальные услуги, здоровье, продукты и так далее. Но если у вас несколько карт разных банков или вы часто используете наличные, этот способ не подойдет. В США, где с финансовой грамотностью, прямо скажем, получше, чем у нас, популярна так называемая таблица бюджета бедняка. Она покажет, сколько можно потратить сегодня, исходя из доходов и предыдущих расходов. Давайте разберемся, как ей пользоваться. Сначала занесите в таблицу, тут придется открыть на компьютере программу Excel, свои доходы и необходимые траты – аренду, платежи по кредитам, оплата мобильной связи. От разницы между общей суммой и этими тратами рекомендуем отнять часть, процентов 10-15. Это будут ваши сбережения. А остаток поделить на количество дней в месяце. Получится сумма, которую можно потратить за один день. На примере будет понятнее. Геннадий получает 70 тысяч в месяц и отдает 35 за ипотеку и коммунальные платежи. Получается, что он может позволить себе шиковать на 1167 рублей в день. И это если не откладывает впрок. Казалось бы, не так уж и мало, но поход в кафе со счетом на 1000 рублей уже практически весь бюджет на день. А ведь этих денег должно хватить и на бензин, и на продукты домой, и на ребенка. Вносите в таблицу все траты за день. Если не потратили сумму до конца, она переносится на следующий день. Если вышел перерасход, завтра придется затянуть пояса потуже. Если относиться к делу серьезно, сразу станет понятно, без какой чашки кофе или бутылки пива вполне можно обойтись. Такой подход хорош тем, что он наглядно показывает, куда уходят деньги, и помогает осознать, что вы в принципе можете себе позволить. Научившись экономить на малом, мы начинаем зарабатывать деньги для большего.
Если заложить в такую систему процент для сбережений, можно сравнительно безболезненно накопить на отпуск или новый телевизор. Сегодня мы поговорим о том, как распоряжаться деньгами так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченное. Главное правило сбережений звучит понятно и до неприличия просто – трать меньше, чем зарабатываешь. Почему же далеко не у всех людей это получается? Давайте разбираться. Соцопросы показывают, что у 35% россиян нет вообще никаких сбережений. Как ни странно, в их числе и люди со средним и даже выше доходом, то есть те, кто просто спускает все, что зарабатывает. А ведь базовый принцип успешных личных финансов – откладывать часть получки. Эксперты называют цифры от 10 до 30% дохода, но для начинающих отказаться от такой существенной части зарплаты тяжело. Тут-то многие срываются, опустошая кубышку разорительным походом по магазинам. Экономист Шломо Бинарци 20 лет изучал экономические ошибки людей, чтобы придумать, как приучить человека откладывать деньги. Он вывел схему «Копи больше завтра». Суть в том, чтобы увеличивать инвестиции в сбережения поэтапно. Каждый раз, когда уровень вашего дохода растет, начинаете откладывать немного больше. Для начала хотя бы 3% от зарплаты. Если у вас ипотека или другие обязательные существенные платежи, считайте сумму заначки уже после их уплаты. Ваша цель – сформировать финансовую подушку безопасности, которая позволит безболезненно пережить неожиданную болезнь, сокращение на работе или проблемы в бизнесе. Размер заначки должен быть от 3 до 6 месячных доходов семьи. Сумма эта должна быть легко доступна в случае ЧП, но ни в коем случае не складывайте купюры под матрас. Деньги должны работать. Так что для формирования финансовой подушки безопасности идеально подойдет накопительный счет в банке с возможностью снимать и пополнять его в любое время. Так вы еще и на процентах заработаете. Просто начните переводить на этот счет часть зарплаты в день получки и наблюдайте, как медленно, но верно пополняются ваши личные резервы. Переживать за сохранность заначки не стоит. Государство обеспечит защиту от мошенников, гарантируя возврат почти 1,5 миллиона рублей при банкротстве банка. А если хотите обезопасить себя и от колебания курсов валют, можно заморочиться и хранить деньги в трех валютах. Для тех, кто получает зарплату в рублях, эксперты советуют такое соотношение. 30% в евро, 30% в долларах, остальное в родных деревянных. Итак, подытожим. Тратить меньше, чем зарабатывать. Если вы еще этого не делаете, начинайте откладывать часть заработка прямо сейчас. Это базовые принципы, которые позволят сколотить, если не состояние, то крепкую заначку на черный день. Согласитесь, уже неплохо. Дмитрий Казуров, экономический обозреватель «Комсомольской правды». ВЦИОМ назвал лучших работодателей в России. На первой строчке рейтинга оказалась корпорация «Газпром». В этой компании хотели бы работать порядка 40% опрошенных. На второй позиции расположились российские железные дороги. Тройку лидеров замыкает «Роснефть». Кроме этого, россияне хотели бы работать в Сбербанке, в «Лукойле» и в «Аэрофлоте». Интерес соискателей обусловлен высокими зарплатами в данных компаниях и раскрученностью бренда, отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter Александр Джабаров. Попадание этих компаний в рейтинг самых популярных работодателей России вызывает удивление, поскольку все они находятся в числе лидеров своих отраслей. Традиционная нефтегазовая отрасль на протяжении многих лет является самой привлекательной отраслью для работы, поскольку всем нам хорошо известно, что нефть и добыча сырья – это высокооплачиваемая технология, высокооплачиваемая сфера. У данных компаний в настоящее время открыто свыше 1000 вакансий по всей России. Все они, к слову, работают и во многих регионах страны. Именно этим объясняется знание большинства россиян об этих компаниях, о условиях труда. А также стоит отметить, что все эти компании достаточно сильно вложились в популяризацию своих HR-брендов, что тоже дает себе знать и выразилось в результатах опроса. Главными критериями при выборе работы респонденты назвали своевременное выполнение обязательств работодателем, соблюдение норм безопасности и благоприятный психологический климат.